общем, то я понял, в чем была проблема. Так, всем, короче, еще раз здравствуйте, привет, и так. Далее по списку. Короче говоря, Рустрим, нет, не так, как называется этот сервис говёный, я забыл, сейчас скажу. А, Рестрим, этот сервис, он просто что-то подвис минут на 20. Пришлось ждать, пока придет сообщение. Чтобы он как бы разморозился или что-то, я не знаю, там с ним случилось. Так, сегодняшняя запись, это будет запись для... То есть, нет, не так, сегодняшний стрим будет записью для Ютуба, а по большому счету это будет некоторое даже, я бы сказал, откровение для Ютуба. Вот. Будем смотреть с ковинт. Да-да-да. На сегодняшний момент, я так понимаю, существует только две версии Skywind. Это официальная от TS Renewal, там с измененным ландшафтом. И вторая версия, это которая была слита в 2012 году. Там, где нету ни одежды на NPC-шках, ни зверей. Вот. То есть всего две версии существует. И вот эту вторую версию я как раз прокачал модами. Ну как модами прокачал. Строго говоря, я над ней работаю уже полгода. Добавляю туда зверей. Отдел всех NPC-шек. Вот сейчас будем смотреть, как это все выглядит. А я снова сделаю то же самое, как и делал до этого. То есть старт новой игры. Тест, пошли. Наконец-то подтягиваются только сейчас, главное, подтягиваются сообщения с Твича. Итак, основное... Как бы это объяснить-то еще раз, чтобы было понятно. Skywind не будет раздаваться вот так вот, как отдельный мод. Такого не будет. Skywind делаю я, и он будет у меня стоять в сборке. Сборка называется Skywind Dark Souls Editions. А в ней помимо Skywind стоит также еще Skyblivion. Тоже такая же довольно старая версия, но она немножечко обмазана модами, но не настолько сильно, как Skywind. В общем, основная фишка сборки вот в этом вот меню. Задержка на стриме просто дикая, просто дичайшая.
То, что вот я отослал вот эту рожицу минут 5 назад, она только сейчас подскочила. Стой, куда ты? Кто ты, Соня? Как тебя зовут? Ну, тебя даже вчерашний шторм не был. Говорят, мы уже приплыли в Морове. Нас выпустят, это точно. Тихо, страшненько. Вам лучше сделать, как они говорят. Джуб. Стражник. Мы прибыли туда, где вас выпустят. У Джуба класс вор, поэтому всем ворам выдана скрипская броня воров. Вот у этих вот стражников, вот у них броня из Крешен клуба. Но вы не беспокойтесь, вам не придется покупать платные моды там, чтобы она у них отображалась. То есть я просто беру из модов, которые продаются на Крешен клубе, лучшие модельки, вставляю и вставляю их непосредственно в Skywind. Ну, вообще куда только не... вообще в сбоку вставляю. Не обязательно совершенно, на что вы увидите ту или иную модельку где-нибудь там на территории Тамриэля или Моровинда. Там вот Вик. Наконец-то мы прибыли, но в наших записях не указано откуда. Наконец-то мы прибыли. Раз выберем Эдгардов, так как всегда их выбирали. Поменяем пол. Блин. Окей, ладно, сделаем тогда следующим образом. Вот так вот. Ну, это особенности из меню. И некоторые недоделанности вот этого начального диалога. Вообще он должен срабатывать на расстоянии, на большом. А он... Ну, вот так вот сделан. Да. Я им надел шлемы Винтерхолда, так как мне не нравится абсолютно их рожа. Ага, итак. Значит, вот запомнили, где я стою, да? Вот тут, вот тут. Что мы делаем сейчас? Выйти из игры. В меню. И загружаем сохранение, где я настроил уже все моды. Ну, все кроме одного. Ну, то есть вот я точно так же тут стою. И мне нужно последний модик донастроить. Этот мод отвечает за уклонение. Так, все, он готов. На каком уровне сложности играю я, смысла не имеет никакого. Так, в общем-то,
Значит, настроено тут абсолютно все. Вот тут вот, вот здесь невидимые стены. Тут и тут. Но это только тут. Вообще дальше туда можно не ходить даже в эту. Там мы не будем, наверное, смотреть квесты, бегать, я не знаю, там Каю Касадосу. Или будем. Ну давайте, хорошо, хрен с ним. Я вам хотел просто показать, что тут можно вот выпрыгнуть без проблем вот так сюда и бежать уже куда угодно. Запись получится, конечно же, отвратительная. А что делать? Это тестовая запись. Сейчас музычку подтяну, чтобы было совсем как VIP проект. И ну, давайте пока не будем по возможности пользоваться консолью. Так, ну вот я всегда вот так вот делаю. Окей, хорошо. Вот бумаги. 427 год, 3 месяц, last, последнего зелена, 16 число. А у нас сейчас 16-е. Огня очага только. Да, это я, похоже, там неправильно месяц поставил. Ну ладно, наплевать. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Эх, это знаменитая фраза, это столько мемов было под нее. Что мы возьмем тут? Ну, в первую очередь, разумеется, мы возьмем дагер, мы возьмем отмычку. Уровень замка новичок. Надеюсь, удастся его взломать, не убив отмычку. Хорошо, так, и тут золото взяли. Так, вот. Уже гуд, хорошо. Так, кольцо Фаргота нам пригодится, чтобы восстанавливать здоровье. Документы, пожалуйста. Документы, пожалуйста. Какая-то тормозня некоторые с этими диалогами. По-моему, их никак не ускорить. Распоряжение. Окей. У нас и. То есть итого у нас 87 золота. И он всегда сюда выпрыгивает.
Ладно. Так, фаготу кольцо мы, разумеется, не отдаем. Потому что что нас будет хилять в ближайшие первые уровни, так это только оно и будет. Давай прыгай туда. Вот. Тут у нас такая вот железная боевой топор двуручный. Вархаммер. Так, сейчас я вам тогда сразу же покажу, как у нас работает сбор цветов. Вот так вот. Мы нагибаемся за цветами. Поэтому в бикини это лучше на камеру не повторять, если играете за женских персонажей. Так, давайте сразу же сбегаем, продадим эту секиру. Она нам вряд ли понадобится, поскольку мы знаем, где есть оружие получше, и нам сейчас денежки гораздо важнее. Железный. Короче, все это можно ему отдать. Того на 155 золота. Это копеечки, конечно. А, так, ну. Вот так вот выглядят разные NPC-шки, у них модная такая одежка из различных модов. Ну, в основном она все соответствует их классу. В Моровинде, в оригинальном, там не было, там одежда не была привязана к классу, там у всех NPC-шек были совершенно разношерстная, абсолютно любая одежда. Так, вот тут у нас рыба-убийца. Рыба-убийца у нас прокачана модами. Достаточно жестко прокачана модами. Так, ну давайте тогда побежим, возьмем Гуара, на Гуаре будем гонить. Дело в том, что тут около 8 разновидностей всяческих разных Гуаров. На каждом можно ездить, но вот для игрока, вот те, которые путешествуют вместе с ним, только 5 таких гуаров. Остальные будут возвращаться в свои изначальные локации, к своим хозяевам. Так. А, ну да, оружие я пока никакого не взял. Сейчас возьмем второго по скорости гуара. Они в основном отличаются скоростными характеристиками. Ну и внешним видом, разумеется, тоже.
Так, первый, ну, в смысле, не первый глава, а вот этот, который нам сейчас нужен, он где-то тут, в Белграде, ошивается. Я как бы знаю его место, куда он должен стремиться всегда. И вот он туда как раз идет. Вот, вот этот гуар, это гуар Тарвина. В оригинальном Моровинде у Тарвина тоже был гуар. Но в игре он нигде не был. Так что вот так тут. А у нас в Скайвинде он будет. Так, окей, так, все, тут больше ничего дальше. Бежим обратно. Вот такие вот еще есть горы. Там еще есть и дикие горы, и всякие разные. Ну, почти все гуары, которые были когда-либо придуманы моддинг-сообществом, все они, ну, почти все, так или иначе, нашли свои домики у меня в Скайвинде. Сборка моя Dark Souls Edition будет модульная. То есть вот вы скачаете всю сборку и можете взять любой мод оттуда и поставить его к себе. Но нужно обязательно будет специальное издание. Вот. Вот этот вот Skywind, он будет с русскими. Блин, да что же это такое? Ну это дождь сломавшийся, это как всегда. У нас не все, слава богу. Так, это падающий волшебник с небес. Сейчас мы его быстренько облутаем. Этот гуар, он будет стремиться уйти от вас всегда обратно в Белград. Поэтому вам потребуется свой собственный гуар с пометкой «Мой гуар». А, так вот, по поводу сборки, да? Skywind мой, который вот установлен в сборке, сейчас уже весит, по-моему, 14 гигабайт, хотя я забыл точно уже. Ну, около того где-то, то есть он достаточно... Дофига весит. Блин, я знаю одно место, где секира лежит. Но это попозже. Пока будет любая альфа-версия, значки все будут в сборке открытые. Как только какой-нибудь более-менее финал адекватный организуется, все значки я скрою. Так, где мы-то сейчас?
Сейчас будет некоторый спойлер относительно местоположения Гуара, как бы секретного, самого первого, которого легче всего найти. Гуары вообще как бы не очень хорошо лазят по горам. Так, ну вот. Вон он там этот стоит, видите? Ну вот этот гуар он у нас пойдет обратно к Тервину, а вот этот вот уже будет с вами до конца своих дней, пока не сдохнет. У них здоровье столько же, сколько и у обычных лошадей. Поэтому дохнут они достаточно часто. Да, давайте Каракасадосу отдадим, возьмем у него еще бабла. Ну тут вот реально можно жить, как бы уже бегать, что-то делать. Квесты не все работают, а те, которые работают, работают ровно настолько же, насколько они и в 2012 году работали. То есть квесты я не чинил и не собираюсь этого делать. Сборки нужен, не так, сборки требуется самый лучший квестовик. То есть вот эти вот гуары верховые, они с вами до конца дней. Своих и ваших тоже. Репорт. Репорт у Каракасадосу. Так, вот она нам дает 200 дрейков, и все, у нас больше не будет висеть никаких вообще квестов тут. Можно, в принципе, даже и уже сохраниться. А сколько денег всего? 500. Ну, короче, хватит на то, чтобы купить заклинание. Ну, я вам сразу же так скажу, что если для вас вот это вот передвижение на гуарах, вот это вот передвижение является дикостью,
могу ничего с этим поделать. Мне не то чтобы плевать на ваше мнение относительно того, как я сделал Skywind. Мне плевать даже на людей, которые будут в него играть. Понимаете? Я его делал для себя. Так вообще-то прикольно довольно таки так бегать на таких горах. Хотя, разумеется, там какие-нибудь упертые личности, фанаты лора скажут: о, да ты что, как так-то? Какой тут. Какие могут быть горы? Нет, нет, вы что? Ну, блин, что я могу сказать? Добро пожаловать в 19-й год. Добро пожаловать обратно на Вандерфилл. Куда я бегу сейчас? Кто-нибудь не может это за меня вспомнить это? А, да, еще в сборке будет реализована такая система двухфазных перемещений. Ну, не знаю, как это правильно назвать. В общем, одни люди мне просили, чтобы перемещений не было без быстрых в игре. Ну а другим такой подход абсолютно не нравится. Другим обязательно нужны быстрые перемещения. Поэтому я нашел компромисс для тех и для других. Так, это не то, это... Вот этот нужен. Компромисс заключается в чем? Так, у нас теперь есть заклинание лечения на случай, если... Что? Так вот, насколько вам известно, в Скайриме быстрые перемещения доступны после того, как вы откроете любую локацию. В Обливине можно было со старта игры телепортируется сразу же в любой город. В Моровинде было... Вообще не было никаких быстрых перемещений. А здесь же система следующая. То есть, во-первых, есть меню. Сейчас. Во-первых, есть меню. Gameplay setting. Можно отключить быстрое перемещение, можно их оставить. Если они отключены, то, соответственно, они отключены. Если они включены, как сейчас, за телепорт, то снимается некоторое количество золота. Вот и все. Также квестовые марки тоже отключаются или не отключаются. Эти все функции я проверял, они работают. То есть вот, хотите быстрое перемещение? Платите золото.
нас не плавает, голова у нас ходит по воде. Ну кому какое дело до гуаев, ходящих по воде? Главное, это существа. Но тут вот пока как бы на первом уровне не особенно много существ можно встретить. Все они в основном одинаковые до безобразия. Но мы сейчас немножечко считаем. Так, насколько вы помните, у меня оружия, ну, почти никакого не осталось. Вот это вот чудовище, оно довольно мощное. А вот у этого чувака довольно кайфовая секира. И поскольку я всегда играю за двуручника, то мне непременно нужна эта секира. Это сейчас сработал бэкстаб, механика Dark Souls. Так, я надеюсь, мой гуар за меня впишется. Я сделал ставку на тебя, гуар. Не смей выдирать с поля боя. Ну, в принципе, я и так его завалю. У меня же есть перекаты. Так. Ага, все, я понял. Я понял свою ошибку. NPC-шки не должны перекатываться. Это я модик просто не поднастроил. Вот так вот. NPC не могут перекатываться. Так, гуар, какого хрена ты не помогаешь мне, а? Вся надежда на тебя. Да блин. Ты куда? Вообще, строго говоря, конечно, у гуара-то интеллект с каримской лошади. По крайней мере, был прописан мною. Так что вполне возможно, что сейчас нам не удастся никак завладеть этой секирой. А может быть, и удастся. Не знаю. Но тут... Блин. Так, сейчас тогда еще кое-что поднастрою. А именно... Время неуязвимости. По умолчанию там стоит 40 или даже может быть 45. Я вот все играю с этими настройками, никак не могу понять, сколько оптимальный вариант. Он, похоже, куда-то побежал. Засал.
Да, конечно, да, я ему столько здоровья-то снес. Тут любой бы убежал. Так, я надеюсь, он не улетит куда-нибудь за пределы. Мне нужна его... Ну, все мне его нужно. Кроме Носской Кирасы, она, к сожалению, без трусов, а это нельзя показывать по YouTube. Мы будем бегать вот так вот тут. А в сапогах. И теперь с двучкой. Так, ну я вот не знаю, показать вам или не. Показать вам или нет. Вот тут вот, вот. Древнерский рынок. Ну, в смысле, не древнерский даже. Это дейдический. Аши и Биви. Ну, давайте мы в них зайдем. Посмотрим, что тут. Ты куда рванул? Куда? Что? Что случилось? Что? Куда? Стой, успокойся. Там, похоже, какая-то... Какой-то враг, он его учуял. И похоже, он там не один. Окей, ладно, стой тогда тут. Никуда не уходи. Я даже рядом с тобой сохранюсь. На всякий пожарный. Хорошо, хорошо, это он еще промазал. Так, ну кто кого? Да похоже он. Нет, ну нафиг. Такие приключения. Ну, короче, тут, в общем, все по-серьезски сделано. Тут сейчас, ну, тут не так, как в Скайриме или еще где. Тут враги такие, знаете ли, что... У них вот, да, они как настроены. У них здоровье все уровни. Все это моровинские характеристики. Но вот если какой-то мод им выдавал перки, то перки у них, соответственно, все скримские.
собственно, для чего мы... Да, и еще один момент. А, вот, насколько вы можете видеть, стой, куда собрался. Еще сейчас пошел гулять, главное. Я тут точно стою на игре. Это что, скрим? Нет, это Skywind. Фига себе. Ну да, 6 месяцев работы над Skywind, и уже можно более-менее играть. Это вот я, короче, готовлю open бетку, которая будет в составе сборочки. Блин, не, ну тут фраги надо подальше отойти. Он же свой скрин. Ты потом посмотри запись на YouTube вот с начала этого стрима. Я уже тут полчаса почти распинаюсь о том, что это не то чтобы совсем уж такой сырой Skywind, это прокачанный модами Skywind. То есть я вот полгода убил только на один этот, так сказать, мод. Видишь, тут все существа уже добавлены. Тут у всех NPC-шек уже есть одежда. Сейчас работаю над существами в Салстейме. Оружие многое с нормальными модельками уже. Но этот Skywind, он будет доступен только в составе сборки. То есть я его как отдельный мод не собираюсь выкладывать. Ну блин, я, конечно, не претендую на звание офигенского такого разработчика уж. Просто у меня было 9 модов на Nexus выпущено. Вот как бы опыта поднабрался и вот взялся. Это пьяные сопли. Нет, это мне в детстве медведь наступил на горло. Вот. Такие вот дела. Наступил и еще потанцевал потом. А интересно, музыка там вообще слышна какая-нибудь на фоне? Это нормально. А что ты на данный момент делаешь? На данный момент я делаю существ, которые в Салстейме. Я там драгов доделал. Ну, драги получились действительно криповые такие, какие и были в Моровинде. Вот такие вот у нас тут деревья, без коллюзии они. Но главное это не это, главное то, что вот... В тот Skywind, когда в 2012 он вышел, в него вообще было играть невозможно. Там вместо клифф-рейсеров были крысы. Вот это была последняя капля, когда я увидел крысу с именем клифф-рейсер. Вот тут у меня и подгорело, что я начал работать над существами. То есть вот у нас этот гуар у нас самый как бы классный, у него
есть тут седлышко. Вот это самые простецкие гуары. Но это чей-то гуар. Можно на него сесть, он потом обратно сюда же прибежит. Вообще можно ездить на любых тут гуарах. Это такая вот особенность именно, я так думаю, переосмысление Моровинда. Вот там вот дальше, я помню, респавнится Никсгончи. Никсгончи их я в наглую просто взял и выдал из платного мода. Ну это если мы их увидим вообще тут. Они где-то должны быть. Рано или поздно мы их постучаем. Вообще достаточно крипово стало играть, потому как неизвестно откуда какая гадина выпрыгнет, а если учесть, что они еще и с прокачанными модами перки у них у всех есть наподобие как в Реквиеме, то вообще очко очень сильно подгорает в этом плане. Какие квесты будут в этом шедевре? В этом шедевре я в общем-то, квесты я чинить, ну, я их не делать не умею. Я уже молчу про то, чтобы их починить, поэтому все квесты, которые работали или работают в 12-го года версии, вот они только и будут пока работать. То есть квестами я вообще не занимался. Я занимался только существами. Существами, вот видишь, ну тут, то есть, тут весело довольно, потому что, во-первых, они все разные. Они тут не все крысы. Тут есть и клифрейсеры, и все на своих местах такие. Вот для меня это как бы первоочередной факт, чтобы мир был правильным. Вот так вот я бы это назвал. По сюжету, так сказать. Вообще есть на русских сайтах Skywind, да? Вот это, ну, как раз вот версия 12-го года, да? И что там написано, если ты читал, то там написано следующее, что проходимая полностью линейка главного квеста. Так вот, нет, как говорит Бригман, нихуя. Я проверял, эта линейка нифига толком. Короче говоря, каждый квест тут приблизительно работает на 50%. Но все квесты в игре, они все на своих местах. То есть все это. Единственное, что я вот ищу сейчас квестовика какого-нибудь, такого человека, который бы разбирался в квестах и мог бы подсобить в этом плане. Разумеется, на чистом энтузиазме, только так вот это возможно сделать. Потому как я на чистом энтузиазме добавил всех существ, то есть для моей версии вот это вот Open Beta не хватает, потом будет такого крутого неофициального патча, который бы чинил бы нам все квесты.
Блин, тут прикольно. Вот эти, вот именно вот этих вот гуаров, вот таких вот, вот с седлами, их не было в оригинальном Моровинде. Я их добавил по аналогии со Скайримом. То есть в Скайриме есть там несколько владений, и в каждом владении можно купить свою лошадь. То есть вот эти гуары – это чистый прототип лошадей. За исключением того, что у них скелет Вервольфа и перки Вервольфа. То есть они мощнее, конечно же, немножко. Но вот все жизненные характеристики, поведение – это все у них от лошадей Скайрима взялось. И их всего пять, и они разбросаны в ключевых точках по карте. Но они не продаются, они спрятаны в уголках. То есть, ну как в уголках, их в принципе видно издалека. Но нужно просто знать, где гуары живут. Они стоят вот в разных местах и ждут, пока вы их нашли. И когда вы их находите, вот у них имя у каждого. Мой, вот это, допустим, мой блю гуар, мой синий гуар. Они все разноцветные. Так что если вы угробите один гуар, одного гуара, то у вас останется еще 4 гуара. Вот. Также есть уникальный белый гуар, но это уже квестовый. Разумеется, квест там толком не работает, но когда-нибудь квест этот будет починен. Вот. Ну, тут все очень круто. Этот Skywind очень долго перебрасывал на специальное издание, так сказать, работал над оптимизацией и устранял всякого рода несовместимости. Вот там вот, например, внизу рыбоубийца, да? Сейчас я вам продемонстрирую, как рыбоубийцы у меня работают тут. Для этого обязательно надо сохраниться. То есть вот, допустим, мы плывем, плывем, плывем. Но стоит им вас укусить, вот такой вот вы получаете дебаф. И если не успеете откачаться, то они вас могут заклевать насмерть. То есть рыбы такие довольно серьезные ребята тут. Видите? Это моровинские рыбоубийцы, а не скайримские, которые там укусили, как поцеловали. Тут здоровье само по себе не восстанавливается, равно как и мана. Эта механика вшита непосредственно в ESM Skywind'а. Но ее можно, в принципе, и отключить обратно там при некотором. Вот. Заклевали, да-да-да, заклевали. Вот там вот у нас Салстейм. Там вот какая-то. Неужели подводная какая-то пещера? Вот тут в этом, в Моровинде очень много, знаете ли, вот таких вот подводных локаций. Ну, в смысле, не. Ну, вот. Пожалуйста.
Разумеется, под водой тоже можно бороться как-то с рыбами. Если есть магия, которая действует в воде, она почти вся действует в воде, то можно отбиться от любой рыбешки. А захват цели это все механики Dark Souls. Я их обожаю, как говорится. Не могу без них жить. Ну все, короче. А еще я на корню, просто на корню убрал лут отмычек из сундуков. То есть теперь при взломе сундуков в них никогда не будет отмычек. Отмычки можно будет только либо у кого-нибудь купить, либо забрать трупа бандита какого-нибудь. В сундуках не будет ни одной отмычки. Там же гор наш сражается, да? Давайте попробуем выбраться и как-нибудь помочь. Так, это у нас... Вот эти вот горы, у них немножечко сломанные, ну, вернее сказать, не сломанные, они вообще не сделаны коллюзии, поэтому они работают как хотят. Но они просто сами по себе очень красивые. И я их рано или поздно починю. То есть, ну как такую красоту можно вообще нафиг пустить на свалку, я вот не понимаю. Вот эти вот пейзажи с такими, с округлыми скалами. Это просто преступление. Так что их надо чинить, а не выкидывать. А квесты потом можно будет починить каким образом? Когда выйдет Skyrim-то оригинальный, можно просто будет поперебрасывать все записи на мою версию Skywind, если моя зайдет круче даже. То есть это вообще не вижу в этом особенных проблем. Но я в душе как бы не знаю, когда может это случиться чудо, когда оригинальный Skywind выйдет. Мой Skyrim уже летом появится, вот эта вот open beta. Вот так вот, тут вот Гуаре, тут Никсгончи, тут Моровинд, тут все серьезно довольно. Тут больше нету голых NPC-шек. На каждом своя классовая одежда, соответствующая его классу. То есть, допустим, если это класс у него вор, то, соответственно, тогда он будет ходить в одежде
в одежде гильдии воров. Так, раз. Вот тут где-то я видел Клифася. Вон он. Это будет жопок. Вот сейчас он найдет сюда к нам дорогу. Тихо. Ну и где этот? Шапка у тебя прикольная. У меня прикольные вот такие вот существа. Вот что действительно прикольное. А шапка это то мелочи. Вот эта вот версия, самая первая. Клифейсеров от Михаила. Просто самая, по-моему, кайфовая. У них здоровье ровно столько же, сколько и было в оригинальном Моровинде. Но из-за того, что перки у них михаиловские, то, соответственно, они убивают с одного практически укуса. У них очень ядовитый хвост, что ли, считается. В общем, вот такие вот дела. А шапка у меня, да, это... клавиальный шлем третьей эры. Шапочка такая. Я сейчас ни под каким соусом не смогу расправиться с этим клифейсером, если у меня нет с собой лука. Разумеется, у меня с собой лука нету. Надо как-то попробовать натравить гора на него, чтобы выиграть это нелегкое сражение. Так, он там. Сейчас вот сюда как-нибудь попробуем пробраться. Вот. Ну, что? Что, съел? Съел? Я сейчас сам свалюсь еще куда-нибудь. Это нам еще повезло, что он застрял тут, в этом неровном месте. Место, где я сейчас нахожусь, называется... Аркнигныч Стурдумз. Это двемерские руины. Я подправил значки всем локациям. То есть, допустим, Шрайн, соответственно. Гробница, соответственно, гробница. Пещера, соответственно, пещера. Две мирские руины, соответственно, две мирские руины. Вот, чтобы было удобнее ориентироваться, так сказать.
У кальдеры значок, по-моему, какого-то холда. У Балмера это Вайтран. Сейчас еще найду вам Морфл. Вот это, по-моему, Винтерхолда значок. А, Морфл, все вспомнил, Морфл, вот. Вот значок Морфла, это Альдун. Соответственно, у городов грибов тельванских, у них из DLC два значки. Если город обыкновенный, то вот у него такие значки. Всю карту вот эту вот со значками, ну, в смысле, значки на карте, это я их перекрашивал. Это у меня даже есть отдельный мод, чтобы просто были значки такие желтенькие. Давайте сохранимся и зайдем вовнутрь. Надеюсь, тут как вход есть какое-нибудь место. Да, тут есть вход. Значит, внутри будут две мерзкие механизмы. Все две мерзкие механизмы, ну там, за исключением некоторых ужасных многоуровневых, которых я еще даже сам не видел, никогда не встречал, они все готовы. Но они просто так без боя не сдаются. Я думаю, самое время консолью подкрутить себе здоровье, наверное. Да. Никто же не будет против, правильно? Или будете против, если я подключу себе здоровье? Окей, ладно, я пока пострадаю немножечко. Как только вам это надоест, сделаю. Скажите мне, я сделаю консоль и чуть-чуть побольше себе здоровья. Я не понял, хотя вообще бессмысленным станет. Ну, окей, да, тогда не будем делать. Будем тогда страдать и пользоваться механиками Dark Souls, всякими воротами, перекатами. Вот у этого паучка, у него, короче говоря, тело не такое, как у этого паучка, тело не такое, как в обыкновенном Скайриме. Окей, раз вы не против такого, сейчас я тогда себе прибавлю. Я полностью бессмертным себе никогда не делаю, мне не нужен этот режим Бога, совсем уже глупость. Так что сейчас закройте глаза, кто не хочет спойлеров относительно консольного кода на прибавление себе жизни. Ну, скажем, 1200 пускай будет.
У меня все бары вот эти вот одни динамические, поэтому при повышении здоровья они полоски эти увеличиваются, соответственно. По-моему, все уже знают. Ну, возможно. Так, да, так можно прибавить не только ХП. О, кстати, дремельская монетка. Вот так вот она теперь выглядит. Никогда не это самое, не упущу возможность продемонстрировать дремельскую монетку. Где она? Вот она. Сейчас выкину одну в мир. Сделана из мода там на монет, там где были монетки из Зенитара. Не видно, наверное, да? Сейчас попробуем, будем камеру как-нибудь поближе. Монетка такая. А монетки обыкновенные выглядят как, ну, как пиратские такие. Я просто фанат всякой пиратской темы, поэтому они выглядят как веселые отжи. Так что вот если найдем какую-нибудь монетку, увидите, как они выглядят. Строго говоря, я не знаю, что в этом подземелье. Но так, тут пусто. А скажите, музыку вообще слышно хотя бы чуть-чуть? Нет, не музыки не слыхать. А так. Так слышно. Если не нравится, скажите, я ее потом в это самое. Я ее могу вообще выключить, хотя это саундтрек из, ну, Скайриму, ОСТ, официальный саундтрек. Официальный саундтрек к игре. Я сам офигел, когда узнал, что такое существует. И в нем там вот. Ой. Где это? Плейлист. Вон, сколько в нем композиций.
есть, оказывается, к Скайриму есть еще и официальный саундтрек. Вот такие вот чудеса. Что бы тут ни было, тут нету ничего интересного. Тут, видимо, нужно по квесту строго приходить. И тут что-то должно тогда только появиться. Пока что тут нету ни хрена интересного в этих двемерских войнах. Вот эти вот двемерские передвижные самострелы, задумка просто гениальная, правда, да? Вот ноги, шагающие самострелы. То есть когда-то надо полагать, что вот этот самострел мог ходить и стрелять стрелами, как робот. Цыпленок его еще называют в окопе. Я думаю, как раз именно оттуда беседка черпала свои идеи, так сказать. Вот так вот у нас выглядит Двеймер. То есть у него борода. Сейчас я подлечу поближе. То есть у него борода, дурацкая шапочка. Ну и в принципе это и эльф. И как бы все особенно так ничего тут нет особенного. Единственное, что отличает их, то что они не в штанах, они в такой как бы юбочке небольшой. И вот ровно по этому подобию у меня сделаны все двемерские призраки. То есть, если вы когда-нибудь встретитесь с ним, он будет выглядеть именно так же. Я не знаю, зачем я сделал практически один к одному двемерских призраков. Но давайте я сейчас консолью одного вызову сюда, поскольку это высокоуровневые враги, и ждать их довольно долго. Help. Как я его могу звать? Спектр. Спектр. По-моему, так, двемерский спектр. Да. Вот так вот они выглядят. Они прокачаны тоже мудрыми. Но они будут появляться только там на каких-нибудь на высоких уровнях. Но в принципе их можно убить. Ну как, понравились вам двемерские спектры? И они ими просто кишат, эти подземелья. Когда сюда приходишь на высоких уровнях. Пока что у меня уровень только первый, и вряд ли в ближайшее время мы их сможем увидеть. Они кидаются своими гайками. В общем, прикольные ребята, веселые. Хоть и мертвые. Так, я думаю,
через 20 минут закончивается уже стрим, поскольку мне нужна эта запись, будет не очень длинная, чтобы была, чтобы на YouTube ее выложить. Поэтому мы сейчас сразу же ставим как бы пометку, куда мы направляемся. А направляемся мы вот сюда, вот к статуе Азуры. То есть вот где-нибудь сюда так поставим пометочку. И вот так вот по кругу туда сейчас очень резво сюда и побежим, чтобы вам продемонстрировать статую Азуры в конце стрима. Я думаю, минут за 20, за 30 я добегу до туда. С такой-то огромным количеством жизни проблем не должно быть особенных. Теперь меня точно никто не убьет. Жалко, что чат у меня так и не работает. Вот я вижу, что он стоит на месте, как стоял, так он и стоит. То есть люди в чат-то пишут, но почему-то и стрим его не обновляет. А если и обновляет, то это происходит через полчаса. Не знаю, возможно, нужно больше времени как-то простримить, чтобы он переоделся там и заработал адекватно. А, да. Так, сейчас здоровье у меня восстанавливается. Почему? Потому что на мне сейчас кольцо Фаргота. То есть вот я его снимаю, и здоровье стоит вкопанным. Оно не будет ни... И мана тоже, вот видите, мана тоже не восстанавливается. И эти все механики, они там... На Нексусе вообще существует несколько разных видов включения вот этой вот механики. Но я выбрал самую-самую топ-топыч, самую лучшую. То есть вот если вы одеваете кольцо, соответственно, с эффектом восстановления, или любую одежду с эффектом восстановления маны, у вас начинает все это работать. Вот сейчас вот мы пойдем через земли Эшлендов. Вот тут вот мы встретим еще одного пользовательского гуара. Такого же, как и мой, вот этот синий. Где-то он. Вот тут вот. Вот тут вот красный гуар стоит. Такой. Такой же, как этот. То есть всего в игре 5 таких мощных гуаров. Один находится здесь, спрятан. Второй спрятан тут. Третий спрятан тут, вот тут. Четвертый спрятан тут. Пятый спрятан где-то здесь. Где-то в середине, в центре карты. Я забыл, честно слово, куда я его выкинул, но где-то он тут спрятан. И шестой гуар – это белый гуар. Он по аналогии с Тенегривом, после выполнения квеста на белого гуара, он будет бессмертным и будет у вас ездовым. Но это нужно, опять же, будет квесты чинить, так что... делать такое на течение ни одного дня. Вот тут скампы.
Ну, они все работают, разумеется, в лучших традициях скампов. Тут мы видим какое-то поселение. Разумеется, тут нету больше голых NPC-шек. Все в костюмах. Если это охотники, соответственно, на них костюмы охотников. Но если убить их, у них в инвентаре будет их муравинская одежда. То есть отдельные там перчатки, руки, ноги. Все вот это по отдельности. Как бы я вот разработал такую двухуровневую систему одежды. Одежда, которая на NPC-шках, она не снимается вообще. Ни с одного вы не сможете снять одежду, вот эту вот скайримскую. А это чтобы баланс игры не убить окончательно. Вот. Она, разумеется, NPC-шкам помогает, поскольку там статы, характеристики скайримские. Вот. Но вам придется все равно носить только ту, что была сделана для Моровинда. Вот с гором тут вообще ни разу даже и не страшно. А если без гора тут бегать, это просто какой-то ад. Все на тебя прыгают, все за тобой гоняются. И от кого толком не убежать. Так что вот пока я горов не сделал, мне доставалось точно так. Солидно я отхватывал от всех. Что ж тут говорить? Вот, пожалуйста, вам элементарный пример, да? Сейчас. Сделаем как бы настройку камеры небольшую. Вот вам для примера скорость клифрейсера. Вот зацените, с какой скоростью они летают. Это же просто-напросто. От них убежать как бы довольно сложно, если без нифига. То есть они так-то довольно такие, знаете ли, скоростные ребята. То есть они сделаны так, что боком они двигаются со своей обычной скоростью. А вот если надо кого-то догнать, то они летают. Очень быстро. То есть, ну, все было сделано с учетом скорости именно присущей Моровинду. То есть мне там сказали, что вот от обычных клифрейсеров даже в сапогах ослепляющей скорости было трудно убежать иногда. И вот я им задал скорость. Вот так вот выглядит Алиты. Это стилистика Dark Souls Editions, да и к тому же просто в тупую нету модельки для Алитов.
Поэтому тут это великаны с ящиками на голове, типа мимиков. Ну, я думаю, для стилистики Dark Souls это простительно. А тут всего лишь три типа этих алитов. Одни безвредные, но есть также и которые моровые. Они очень опасные. Из моровых можно этот сундук с головы сбить. Он, кстати, там еще один глаз стоит. Вот этот вот зеленый глаз стоит на этом пятачке. То есть вот на этом пятачке стоял коричневый глаз где-то. Вот здесь вот стоит зеленый. Последний глаз, предпоследний глаз стоит здесь, вот в этом проходе. А еще один где, я не помню, где-то тут, в центре карты. Ночью земля выглядит в значках вот приблизительно как наша планета из космоса. То есть огни городов, они таким как бы желтым цветом выделяются. Мне показалась эта идея довольно интересная. Я ее решил воплотить в жизнь. Никс гончий, пожалуйста. То есть это не крыс уже, а вполне адекватное себе существо. Надо спешить. Треки уже заканчиваются. Еще не добежали до статуи Азуры. И надо еще где-то сохраниться, не дай бог. Сейчас какой-нибудь выйдет или сдохну где-нибудь еще по дороге. Не хватало только этого. Докуда я дошел? Блин, я еще даже близко не в нужном месте. Сохраняемся. Я просто немножечко ориентир потерял, куда идти.
имеется озвучка вся, которая была в русском Мировинде. Все эти 6000 диалогов приветствия, это все будет в итоге вставлено сюда. То есть он будет полностью русифицированный. Ну и файл там русификации тоже будет опционально. Самую работу предстоит тебе еще сделать. Ну, главное это, чтобы у группы возросла популярность. Вот. Я могу хоть прямо сейчас выпустить. Я как бы условия в группе написал. Условия выпуска своей сборки. То есть нужно набрать... Нет, не так сказать. Не нужно набрать, а нужно, чтобы 1000 человек меня об этом попросило, грубо выражаясь. То есть для одного, для двух человек мне неинтересно выкладывать сборку. То есть как только у нас в группе станет 1000 человек, вот тогда состоится релиз. Я со своей стороны к 5 июля пока иду по графику четко. Вот я не знаю, соберется ли столько народа к этому числу. Ну, не знаю, даже не знаю, соберется или не соберется. Так что не от меня, по большому счету, зависит. Зависит только от популярности. Если моя работа никому не интересна, если не популярна, соответственно, то и ни о каких выпусках можно даже не мечтать. То есть вот если она не будет такая популярной, хотя бы вот на такое количество человек, то значит играть в нее буду только один я, вот и все. Ну, по большому счету, я ее и так делал для себя. Я уж не знаю, кому понравится стиль Dark Souls. Ну, кому-то же нравится. Вот мне, например, нравится игры Dark Souls. Поэтому я вот решил как бы смешать эти оба мира, так сказать. Ну, не мира, а понятия в одной сборке. Но это не означает то, что тут будет строго, я не строгий такой Dark Souls, такой жесткач вообще, с огромными боссами. Нет, это будет обыкновенный, скорее Morrowind-Oblivion, все на одном движке. И плюс будет немножечко механика Dark Souls, немножечко броня Dark Souls, немножечко оружия Dark Souls. Ну, по крайней мере, вот так же бы выпустила бы сама беседка, если бы она задалась бы целью. Давайте сделаем не специальное издание, а вот Dark Souls Editions издание. А что мы можем сделать? Да нифига мы не можем сделать. Мы просто накидаем чуть-чуть брони, чуть-чуть оружия, и все готово. Тяп-ляп, все готово. Вот так бы поступила бы беседка. Ну, я как бы не могу. А в силу того, что я один, прокачать скрим до такой степени, чтобы он был вообще один в один Dark Souls. Во-первых, это будет никому не нужно, и это будет некрасиво и убого, как в мультике и так сойдет. Так и так практически мне все говорят, у тебя графика получилась практически как мультик. То
То есть я стараюсь следовать канонам по максимуму. Так, я уже там вижу, что ли, статую Азова. Вы ее видите, да? Вот отсюда. Вот это вот место. Идите, сейчас покажу на стоп-кадре. Видите, вот. Вот, вот она. Статуя Азуры. Статуя Азуры у нас прямиком из Скайрима, только с текстурами дейдическими, более кайфовыми. Стой, куда тебя леши понесли? Успокойся. А, он тут скелетов увидел. Ты? Он убил моего Гора. За это смерть. За это только смерть. И тебе тоже смерть. Всем вам тут смерть будет. Я не знал, что скелет настолько способен вообще убить Тигуара. Стой. Блин, стамина на тебя не хватает. Но я же Редгард, поэтому я использую ярость боя тогда, чтобы его догнать. Теперь чувак с лавинной броней напал. Да, потому что у него класс лучник. Все лучники тут с лавиной брони. Да, так оно есть. Но с них не снять эту соловиную броню, она не ломает баланса тут никак. То есть на нем вообще одежда внутри. Вон хитиновые ботинки без модели, хитиновые кирасы без модели, хитиновый гунтлет левый и правый. Но поскольку он лучник, соответственно, у него есть лук, штаны его и все такое. Я думаю, понятно я объяснил, почему на них именно такая именно классовая одежда. Да стой ты. Теперь краб тут идет. Крабы у меня с русскими фразами. Ну, думаю, отсюда уже недалеко и так добежим. Сколько сейчас? 12 ночи в игре, да? Ну, добежим тогда. Что делать? Где статуя? Куда бежать-то? Вот тут мимики стоят. Ну, в смысле, это не мимики, это алиты, по факту. Только вот модели калитов никто и не делал, и не собирался делать таких существ. Так что у нас алиты вот такие вот. Я ландшафт вообще не трогал. То есть там буквально пару деревьев снес, которые и то стояли, что мне было не пройти, если надо было куда-то попасть. А так вообще ландшафт не тронут ни капли.
какой был ландшафт в 2012 году, такой и у нас тут. Его можно, разумеется, приукрасить будет, поскольку у меня в группе, моя группа называется как Skywind Server. То есть вот я там планирую собирать от участников группы какие-то доработки свои собственные, чтобы можно это было все встраивать, потом сборку, и чтобы сборка потом цвела и пахнула. Так, где статуя? Еще раз. Куда бежал? Туда. Блин. Скелеты эти, как вы можете видеть, они тоже довольно-таки неплохо так прокачаны модами. Правда, у него должна быть пика в руках. Скелеты по большой части были взяты из Immersive Creatures. Там просто классные скелеты. Там и броню носят вообще так достаточно иммерсивно, я бы это назвал. Да блин, да умри ты уже, и ты тоже умри. Да и ты тоже сюда прибежал. Вот сейчас мы его убьем, возьмем у него оружие какое-то. Мне уж очень нравится его оружие, которым он размахался тут. Да, это классно. Вот она. Объясняю для тех, кто не играл в Моринд. Значит так, в Моринде статуя Азуры, вот эта статуя где-то по пояс будет. Она была там маленькая. Вот статуя Азуры из Скайрима, она больше, приблизительно 2,5 раза получилось как бы. Мне для нее даже пришлось немножечко увеличить постамент, чтобы она влезла. Но все равно с 4К доидическими текстурами она выглядит просто сногсшибательно. Мы сейчас вот как раз прибежим, тут домотаем до дня. Смотрит туда. Давайте с какого-нибудь что ли островка будем на нее тогда любоваться. Вообще, если бы тут же есть заклинание левитации, в принципе, это же Моровинд, а не... Так что можно, в принципе, даже, я думаю, так-то на обложку на ее забраться.
Вот как-то так, друзья мои, как-то так. Такие вот большие сооружения не я планирую очень много и еще статуи тоже поменять. Мне уж очень понравилось, как вот это вот сюда вписалось. Статуя смотрит куда-то туда. А если там, я не знаю, не уверен, что там восход или закат. Давайте это проверим. А вон там закат, хотя нет, восход. Да что-то значит проверим. Там восход, она смотрит строго на восход. То есть вы в ее положении есть некоторый смысл. Не знаю, правда, какой смысл ставить ее именно смотрящей на восход. Но, так или иначе, солнце стоит у нас там. Его нифига не видно из-за облаков. Ну что, круто же, да? Что могу сказать? Давайте, наверное, еще немножечко отлетим. Опустимся вниз на землю, поищем ракурсы красивые какие-нибудь. Вот. На ней изначально были текстуры 8К, но я так посчитала, что 8К не нужны ей. Она и так прекрасна даже с 4К. Так что вот эти текстуры это 4К. У меня даже на NPC-шках на лицах не бывает столько таких огромных текстур. Но тут, поскольку сама
модель большая, на нее желательно ставить текстуры высокого разрешения. Разумеется, никакого снега на ней нету. А, да, и внутри, вот там вот, здесь вот тут, в храме, она тоже там стоит, только там ее уменьшенная копия. Сейчас мы как раз туда попробуем как-нибудь забраться. Открыто. Shrine of Azure. Врагов там внутри нету, там просто храм ее. В храмах бегать это кощунственно. Постараемся джойстик не выкручивать вперед слишком быстро. Собственно, она и тут тоже, ее маленькая копия. Она что-то говорит, там квест какой-то даже стартует, но он только наполовину работает, я его проверял. То есть вот. Значит, Азура квест называется, с ней. То есть нужно найти какую-то, ну, в общем, с Шаргатом связано что-то. Сейчас я вам покажу, как работает ли отключение маркеров на карте. И на этом прощаюсь. Так, карта, да? Вот у нас показывает квест сюда. Соответственно, если вы на... Ну, это потому что квест активен. Соответственно, если настроить... Его можно и отключить. И они действительно работают. То есть, вот видите... Теперь ищите, как говорится, куда вас... послала Азура. Эта функция была в Скавинде изначально, я ее не делал, и она прекрасно работает. Так что вот такие вот дела. Всем пока, всем здоровья, там счастья, богатства. На этом я заканчиваю и заливаю это видео на ютубчик. Очень жалко, что у нас чатик так ни хрена и не работал. Ну, надеюсь, когда-нибудь я его смогу заставить работать. Все, всем пока.